Всем привет, ребята, меня зовут Саша Айс, и сегодня будет мое последнее видео. Стоп, нет. Сегодня будет мое последнее видео, в котором вы видите меня именно такой, потому что я иду ставить брекеты. Я не знаю, как это, больно, не больно, я не представляю, что меня ждет. Я не представляю, как я буду выглядеть и как я буду жить ближайшие 2 года, нося брекеты. И да, ребят, я очень долго решалась, снимать ли это видео вам или нет, но в конечном итоге пришла к выводу, что вам эта тема будет интересна, и поэтому я сейчас взяла камеру и направляюсь к зубному. На самом деле, наверное, мой случай один из самых неудачных, потому что, когда я была маленькая, в детском саду, уже тогда я начинала носить пластинки, тренеры, это такие штучки, которые надеваются на зубы на ночь. И все это было сделано ради того, чтобы в дальнейшем избежать брекетов. Но, к сожалению, мне не удалось это сделать, и сегодня настал именно тот день, когда мне приходится ставить брекеты. О своих ощущениях я вам расскажу, конечно же, как только мне поставят брекеты. Очень надеюсь, что это будет не больно, хотя мне уже очень многие говорили, что первая неделя после того, как вам поставят брекеты, будет самая больная, так сказать, и у вас будут болеть зубы. Но потом все восстановится, и все будет хорошо. Этим видео я вам хочу сказать, не огорчайтесь, если у вас есть какие-то недостатки. В этой жизни можно все исправить, имея желание. Пойдемте. Ай, боюсь. Смотрите, какие классные бутылочки мне недавно пришли. Это обычная вода в бутылках в виде сказочных героев. Это бутылочка из мультика «Холодное сердце», «Мстители», «Опять холодное сердце». Здесь у нас «Мстители», «Звездные войны», «Звездные войны», «Звездные войны». Смотрите, какие милые у них мордашки. А теперь посмотрите сюда, как Саша снимает видео. Вот как их много. 3 коробки огромные. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы уже видели пост с этими коробочками и, соответственно, с этими бутылочками. Сейчас идет дождь и, соответственно, настроение у меня немножечко вот такое. Саша пошла на прием, ей уже ставят брекеты, а я сижу и жду ее. Вот. И мне, если честно, очень страшно, что вообще получится, какие брекеты ей поставят. Я не знаю, слышно ли вам сейчас меня, но потому что это шумно, играть. Кстати, идет мой любимый мультик, Лунтик. Да, он же Лунтик называется. Сейчас покажу. Ну вот и все, ребята, мне поставили брекеты. Я вам хочу сказать, что это было не больно, но когда мне тут вгали щеку, было очень неприятно. Брекеты у меня керамические, поэтому их не особо видно. О всех дальнейших ощущениях я вам расскажу позже, возможно, мне немножко будет больно. До скорых встреч! Ребят, сегодня 26 мая. Прошло ровно 10 дней со дня, как мне поставили брекеты. Что хочу сказать? Первые дня 3-4 у меня болели зубы, но это была терпимая боль, и я понимала, что зубы постепенно немного смещаются. Сейчас уже у меня вообще ничего не болит, и я вообще не ощущаю брекеты на своих зубах. Самое главное, что меня радует, так это то, что никто, слышите, никто из моих друзей и знакомых не заметил на мне брекеты. Также я рада, что я говорю нормально и речь моя не изменилась. Но, правда, мне заранее мама сказала, что когда ставят брекеты, речь не меняется. Через 1-1.5-2 мне поставят брекеты и на нижние зубы, то есть это будет где-то в середине июля. Я очень жалею, что мне поставили брекеты только сейчас, потому что носить их 2 года и получается, снимут мне их только к концу 10 класса. Данс. Ну, в принципе, все, что хотела, я вам рассказала. Если у вас есть какие-то вопросы, смело задавайте мне их в комментариях, постараюсь вам отвечать. Подписывайтесь на мой инстаграм, ведь иногда там бывают спойлеры к видео. Теперь точно все. Пока.